Доброго дня. Компания «Бери баню», Тюменская область. Сдаем очередной объект. Деревня Костылева. Баня 4 на 5 метра. И вынос под террасу получается 2 метра. Фундамент лента. Баня у нас сруб в лапу. Покрашен Aquatex Extra цвет дуб. Крыша металлочерепица, цвет шоколад. Водосточная система, снегозадержатель под цвет кровли. И также отливы по периметру бани, также цвет кровли. Это у нас вытяжка из парной. Два окна, то есть с двух сторон парной и помывочный 500 на 500. Фронтоны, карнизы, вагонка. И потолок на террасе, также вагонка. Выведено освещение, два светильника на террасе. Перила, доска 50 и 25 доска через доску. Полы на террасе тоже доска 50, не крашеная. Это в дальнейшем будет делать заказчик. Также сделали ступеньки. Такая просторная терраса. На столбах компенсаторы, опоры регулируемые. Дверь, сейф-дверь с терморазрывом, то есть уличная. Так, комната отдыха. Перегородки брус 100 на 150. Печь чугун, колпаков, как обычно, с вентиляционными дверцами и с вентилятором. Очень важная картинка. Заказчики попросили повесить. Уже холодильник здесь стоит. Окно в комнате отдыха метр на метр. Поворотно-откидное с москитной сеткой. Запитаем пока временно. Полностью разводка сделана по всей бане. Пока временно запитались так, через удлинитель. В дальнейшем заказчик будет запитываться самостоятельно. Потолок, доска шпунтованная с утеплением 200 мм. Пол также утеплен в комнате отдыха, тоже доска шпунтованная. Также здесь попросили поставить лестницу на чердак. Есть доступ на чердак, потом, так как в дальнейшем заказчик планирует утеплять. Веники уже готовы. Заказчики готовы к банным процедурам. Банька топится. В парную и в мойку две стеклянные матовая бронза 8 мм. Мойки, скамейка, осина. Удобные. Так, окно. У мойки парной 500 на 500 с матовым стеклом. Деревянные абажуры с термосветильниками. Бак 75 литров. Принесли сразу заказчики воду, бак под холодную воду. И здесь также две стеклянные. Полок осина.
такая массивная 70-я доска, широкая, необрезная, красивая. И подспинники также осина. Вытяжка, приточка под печкой, здесь вытяжка. Печь чугунная, колпаков, как я уже говорил, с облицовкой, камень, теркохлорид, закрытая каменка. Дымоход Ферун. Мини-рит для пожаробезопасности. Здесь также потолок обшит вагонкой осиновой через фольгу задором. Также и в мойке. Здесь у нас в мойке парной, полы проливные. Залита бетонная чаша под полом с выходом канализации за пределы бани. И также по периметру отливы. Казалось бы, небольшая баня 4х5, но достаточно места, просторно. Заказчики рады, и это самое главное. Вот и все на этом.